15-летняя Настя Ильченко занимается изобразительным искусством уже более 6 лет. Регулярно принимает участие в разных художественных выставках и фестивалях. На этот раз она подготовила рисунок под названием «И все осталось в кинопленке». Он принес ей победу. Так, кинопленка, она такая вещь, как загадочная. Я изобразила рисунок в таком виде. Счастливое прошлое, радужные краски, дети играют. Но когда наступает война, в основном все серое, все в дыму, все в тумане. И уже краски совсем далеко не цветные, черно-белые. Но когда война закончится, самое страшное время для нас, для всех людей на Земле. Наши ветераны, которые воевали за нашу страну, за наш мир, за нашу свободу, за чистое небо над головой, уже как цветут, и, возможно, даже их настроение такое, то, что они достигли этой победы, которую они давно ждали. Благотворительный фонд «Корсунь» регулярно принимает участие в культурной жизни города и поддерживает одаренных детей. На этот раз, по словам организаторов, они хотели выявить самых талантливых юных художников, а также обратить внимание детей на историю своей родины. Конкурс стартовал в мае. В мае были подведены итоги. Конкурс был приурочен к 9 мая. Выставку мы открываем в июне, поскольку в июне была начата Великая Отечественная война в городе Севастополе. Это особенно символично для нашего города. И мы надеемся, что эта выставка станет хорошим подарком нашим жителям. По словам преподавателей, которые пришли поддержать своих воспитанников, проведение подобных конкурсов и выставок очень важно для молодежи. Большое спасибо организаторам этого мероприятия. Это проделана очень большая работа по патриотическому воспитанию. Все-таки дети надо, чтобы знали о победе, о таких знаменательных днях. И они тут, вы знаете, вот я посмотрела, как мои дети тут выполняли эти рисунки. Ну просто вот от души выполнены работы. Настолько вот красиво, настолько эстетично оформлены. Ну, мне очень нравится, что проводятся в нашем городе такие конкурсы. Очень благодарна вот организаторам. Без дипломов и памятных подарков в этот день не остался ни один юный художник. Также в ближайшее время фонд «Корсунь» планирует проводить еще целый ряд конкурсов и фестивалей. В будущем планируем проводить различные конкурсы. В мае мы провели конкурс сочинений, конкурс чтецов. Вот сегодня подводим итоги конкурса рисунков. Планируем работать активно с ветеранами, чествовать ветеранов, которым исполнилось 90-95 лет. Возможно, будем дарить еще слуховые аппараты ветеранам. Арсений Ковалевский, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.